Здравствуйте. Это наши постройки. Лежит снег на чердаках. Постройки новых домов 10 А. Улица Лянчиков. Новые дома, чердаки. Вот. Вода стоит прямо. Вы это сами прекрасно видите. Люди начинают, соседи уже жаловаться. Окна в прекрасном виде закрыты. Но все равно откуда-то у нас идет снег. Вода стоит, потому что скоро будет затапливать уже потолки. Пойдемте, пройдемте дальше. И поглядим, что у нас творится. Заставил меня это сюда залезть. Это только наши потолки, новые дома. Скоро ремонт требоваться будет. Вот. Опять же лежит снег. Вы все это прекрасно видите. Опять же вода стоит. Здесь все вроде защищено. Примите меры. Идем дальше. Посмотрите, что дальше творится. Вода стоит везде. Она везде стоит. Здесь уже походу тоже вода. Она уже в такой степени впиталась. Ее не выведешь. Надо делать крыши. А крыши. Окна у нас защищены, закрыты. Но почему снег? Пускай выясняют. А если будет ливни, дожди, нас затопит всех. Здесь тоже практически вода. Она везде стоит. Везде стоит вода. Соседи, конечно, жаловаться уже начинают. Сейчас сходим еще к соседям, и вы все увидите дело. Да, страх, очень страх. Вода везде стоит. Но как она попала, вот это удивительно. Крыша вся сухая. Снег стоит, сами прекрасно все видно. Здесь у нас вроде суховато. Так. Крыша на самом деле я пока не вижу, но откуда снег, пускай выясняет. Откуда вода скапливается? Да, вот здесь мне тоже не нравится. Когда мы сюда подходили, здесь было очень много-много-много снега. Но сейчас, как погода у нас плюс 3, он начинает быстро таять и впитывать. Уф, стекловато. Вода стоит.
Да, по-моему, жуткие гвозди у нас валяются. Тут хорошо ими пользовался.